Сегодня мы проводим чемпионат Украины среди детей младшего возраста. Соревнования проходят в помещении 76-й школы Новобаварский район. В соревнованиях принимают участие Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Харьковская область. Количество участников больше 150 человек. Соревнования преследуют цель отбора лучших спортсменов для участия в чемпионате мира, который состоится 22 августа в городе Киев. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе, соревнования переносились 4 раза. Вот, наконец-таки мы смогли провести этот чемпионат. Подготовка спортсменов на уровне, количество участников соответствует. Мы готовимся к чемпионату мира. Очень приятно, что Харьков встречает детей со всей Украины для проведения очередного чемпионата Украины в комбо дзюдзюцу. Хочется отметить, что уровень спортсменов растет с каждым годом, областные федерации развиваются, и это очень приятно. Поединки проходят на трех коврах в разных весовых и возрастных категориях с участием как мальчиков, так и девочек. В Украине спорт развивается достаточно быстро, достаточно качественно, поэтому мировой уровень, к которому мы подходим, а скоро будет чемпионат мира с участием взрослых, а также с участием юниоров, я думаю, пройдет на достаточно высоком уровне. Украину представят довольно-таки немало спортсменов, и мы рассчитываем занять призовое место. Треба відзначити, що спортсмени показують достатньо високий рівень технічної підготовки, добре працюють обласні осередки, зібралося багато областей. Ну, ми бачимо зростання рівня кожен рік змагань. Після цих змагань ми йдемо на літні канікули, робота буде проводитись в літніх лагерях, тренувальні збори проводитись на морі, в Карпатах. У нас планується чемпіонат світу, який пройде в Києві 19-22 серпня до Дня Незалежності України. І вже з вересня починається знов змагальний період всеукраїнський, тобто буде Кубок України і всеукраїнські змагання серед юнаків і молодших юнаків. Всім спортсменам та тренерам хочу побажати гарних змагань, здоров'я і зростання рівня їхньої майстерності.